приехали еще на одну распродажу. Здесь продается даже Mercedes. Это какой-то тут такой красивый очень. О, березы растут. Вон там за углом. На распродажу приезжают на разных автомобилях. Даже на Мазерати. Вот такие дома скандинавского стиля. Вот те гараж сейлс. Вот такой Mercedes продается 52 тысячи миль. 49,5 тысяч баксов. Велик. Ну и там гараж. А это все вещи продаются в доме. Basement. Каждую вещь. Видимо, дом распродается. Тут все продается в этом доме. Первый раз на таком. Телеки есть тоже. Короче, все имущество. Тут, может быть, кто-то раньше жил и сказал, я все продаю. Если покупаешь много вещей, то дешевле. Вау, классно. Красота. Бейсмент, подвал, вниз можно будет спуститься. Это кухня, кухня, инвентарь. Все продается. Нет, это не продается. Электрические духовки, значит, тоже есть. Классно. Дубль 2, кухня. Здесь все продается по 50%. Мы сейчас взяли блендер, цена стояла 50 долларов, нам отдали за 25. Новый такой стоит 250, что ли, 249. Много, короче. Как есть много хлама, так и нормальных вещей. Еще ложку для мороженого взяли, мы любим мороженое. Вот, вот такие дела. Холодильник не продается. Идем дальше. Ну это вообще классно. Солнечная комната. Все в сетках, как на улице. Свежо, классно, можно отдыхать. Веранда, назовем ее так. Но сейчас шумят цикады за окном. Спускаемся в бейсмент. Что же там у нас продается в подвале? Hello. Ага, thank you. В основном посуда. Кофеварка маленькая. Remember, everything is half off. Understood. Все в полцены. В этом бейсменте есть даже натуральный этот камин. Классно. А мы пойдем дальше. По лестнице поднимаемся, второй этаж, там тоже что-то продается, терраса есть, весь дом продается. Это спальня, вот такая спальня, все продается, вот такой вот, дороговато, у полцены. Опа. Взяли мы в итоге сумку, игру Джанго и миксер за 25, 20, еще что-то. А, и ложка для мороженого. Вот в таком райончике. Ну, тут на богатом все красиво. Дом, получается, продается. Либо хозяева уже не в этом мире. И приходят компании и продают все, что там есть. На каждой вещи ценник есть. И деньги уже идут родственникам.